целом я довольна. Были ошибки по марке, ну, в обруче немного там боялась с самого начала, не могла сделать. А мяч тоже как бы была по марке, но особо невидимо. Ну, булаву, ленту. Лента, наверное, больше всего мне удалось сегодня. Пришлось встать без 10:06 утра, но зато я выступила в первом потоке, отмучилась быстрее, уже болела за Яну. Честно говоря, очень тяжело смотреть вот так вот на трибунах. Обычно это очень редко удается сделать. Обычно мы выступаем вместе в потоке. Поэтому как бы уже, может быть, там на последний вид успеваем посмотреть. А так вот, когда весь поток с самого начала, мне кажется, легче выступать самой, чем болеть за кого-то другого.